Похоже, пилот немного перепутал посадочную полосу для самолета и трассу для езды машины. Вот как нужно разгонять других людей с нужной тебе локацией. Идеально ровный военный самолет поднимается в небо, создавая при этом впечатляющие кольца из воздуха. Что-то явно пошло не так. Думаю, посадка планировалась немного другой. Однако получилось весьма эпично и зрелищно. Согласны? Орел решил помериться скоростью с самолетом. Победитель тут очевиден, но упорство птицы восхищает. Мягко приземлиться гораздо сложнее, чем уверенно и ровно пролететь весь путь до этого. Пыли и шума, конечно, много, но взлет получился шикарным. Вот что бывает, если не ремонтировать авиатехнику вовремя. Впечатляющее зрелище, не правда ли? Столько пыли поднялось, что даже напоминает песчаную бурю. Кто-то плохо закрыл багажный отсек, и во время взлета он открылся. Будет смешно, если вскоре туда посыпятся чемоданы. При посадке самолет все еще не успевает сбросить скорость до нужной отметки, а потому создается очень сильное трение и случается такое вот возгорание. Для пассажиров это не опасно, но выглядит пугающе. Масштабная гендер-пати. С боеприпасами этого самолета явно что-то не так. Косо, криво, зато приземлился.
Попытка не пытка, но самолет обогнать даже самому мощному грузовику все-таки еще не по силу. Хорошо, что поломка обнаружилась до взлета и никто не пострадал. Вы когда-нибудь такое видели? Буксировка самолета в небе посреди облаков. Этот вид очень умиротворяет, не правда ли? А как вы думали, пилоты учатся маневрировать? Да, тоже при помощи конусов и искусственных препятствий. Эту спасательную операцию можно считать успешной. Вертолет скорой помощи ударился хвостом об забор при взлете. После схода лавины людей пришлось спасать с помощью военно-транспортного вертолета. Но совершить полноценную посадку было невозможно. Поэтому транспорт парил в воздухе, пока спасательная команда помогала людям попасть на борт. Швейцарские военно-воздушные силы продемонстрировали возможности своих истребителей. Вот такой вид открывается перед пилотом, когда он заводит самолет на посадку ранним туманным утром. Посмотрите, как красиво и точно движутся по небу Си-17. Вертолет приземлился посреди дороги. AH-64 Apache – это мощный и боеспособный боевой вертолет, разработанный компанией Boeing для вооруженных сил США и других стран. На этих кадрах вы видите, как футуристический летательный аппарат Open Air Black Fly выполняет вертикальный взлет. CH Chinook является одним из самых мощных транспортных вертолетов в мире. Он способен перевозить до 33 пассажиров или груз весом до 13 тонн. Эти кадры были сняты во время сильной грозы. Пилоту вертолета пришлось совершить посадку на палубу корабля во время шторма. Это было сложно, но возможно. Воздушные пожарные танкеры оснащены системами, которые позволяют им погружаться в природные или искусственные водоемы, набирать большие объемы воды и затем сбрасывать ее на пожарные очаги. Сложно передать ту гамму чувств, которую испытывают зрители авиашоу.
Самолет пролетел прямо над головой у этой пары. Не думаю, что люди испытывают приятные эмоции, когда самолет пролетает так низко над ними. В небе самолеты вряд ли зацепят друг друга, а вот в аэропорту такое иногда случается. Только посмотрите, на что способен F-35. США запускают усовершенствованные ракеты для уничтожения сверхбыстрых целей дронов. Согласитесь, что смотреть на небо, в котором летают исключительно пассажирские самолеты, гораздо приятнее. Чтобы совершать подобные трюки, нужно обладать не абы какой смелостью. Я бы точно так не смог. А вы? Обычно самолетам не страшны порывы ветра. Однако в этом случае поток ветра оказался слишком сильный. Тут либо инженеры допустили серьезные ошибки при сборе этого самолета, или же пилот решил неудачно пошутить над зрителями, ожидающими безупречного взлета. Такие летательные аппараты – настоящая редкость. Это специальный радиолокационный самолет. У него для этого необычная круглая антенна. Похоже, что некогда популярный фильм о Железном человеке становится реальностью. Как по мне, то, что мы видим, очень схоже на прототипы железного суперкостюма для создания в будущем суперсолдат. Согласны? Обычно с одной взлетной полосы не взлетают одновременно два самолета. Тут однозначно что-то пошло не так. Пилот этого вертолета – самый настоящий герой, так как решился подняться на очень высокий, крутой и опасный склон, чтобы спасти того, кто отчаянно нуждался в помощи. Спасение этого человека было не настолько опасно, как предыдущая операция. Однако все равно радует, что с помощью маневренного и быстрого вертолета можно вызволять людей из самых разных передряг. Вам может показаться, что в этих кадрах нет ничего особенного, но это совсем не так. То, что вы сейчас видите, это первый запуск нового двигателя, недавно установленного в этот самолет, после серьезной поломки предыдущего. Синхронно добиваются не только танцоры на земле, но и пилоты в небе. Что-то пошло не так в самом начале полета. Пилот даже не успел нормально взлететь, как был вынужден катапультироваться в океан, чтобы спасти собственную жизнь. Самолет же впоследствии разбился. Авиашоу ежегодно устраивается во многих странах силами обороны в память о тяжелой победе во Второй мировой войне. С
Самолет, вероятно, был перегружен, а потому даже опытный пилот не смог заставить его вовремя взлететь. Посмотрите, как новейший автопилот справляется с посадкой. А вы бы кому доверили посадку вашего рейса? Человеку или автопилоту? Самолет парит над водой и случайно создает небольшой водоворот. Оказывается, не только природе это под силу. Сложно даже представить, насколько мощный двигатель, если для взлета этому самолету не нужен даже разгон. Нет, этот вертолет не падает. Просто решил похвастаться своими уникальными навыками, потому пикирует носом вниз. Это выглядит довольно интересно. Команда на вертолете при помощи специальной сети смогла спасти людей, тонувших на глубине. Довольно часто для дополнительного торможения используется специальный парашют. Однозначно непростая посадка, но пилот благодаря опыту смог посадить эту птичку без единой царапины. Взлет этого истребителя настолько эпичен, что скорее походит на сцену из какого-нибудь блокбастера, чем на обычную ситуацию в реальной жизни. Возможно, пилот не успел постоять вниз головой утром, чтобы улучшить кровообращение в своем организме, а потому решил выполнить важную практику на работе. Я думаю так. Может быть, у вас есть другое объяснение столь странному поведению? Вот как выглядит дозаправка прямо в воздухе. Зачем это нужно, трудно сказать. Возможно, в комментариях будут версии. Впечатляющее авиашоу. Согласны? Я бы точно пришел на такое посмотреть. Вот что значит быть настоящим экстремалом. Интересно, может ли быть что-то более рисковое и дающее столько же адреналина, как и этот безумный поступок? Истребители летят очень четко и ровно, будто бы они клин птиц, которые чувствуют друг друга на каком-то неведомом нам уровне. Не каждый даже опытный пилот способен совершить ровную посадку. Такой навык вырабатывается не у всех и не сразу. Хорошо, что поломка этого военного самолета выявилась еще до того, как он взлетел в воздух. Наверняка захватывающе наблюдать такой же самолет совсем рядом, будучи пассажиром.
Mitsubishi FX – это новое поколение многоцелевого истребителя, созданного японской компанией Mitsubishi Heavy Industries. Этот самолет воплощает передовые технологии и инженерное мастерство, делая акцент на высокую маневренность, эффективность и адаптивность к различным боевым и операционным условиям. Основной целью Mitsubishi FX является обеспечение японских военно-воздушных сил современными инструментами для обороны и защиты. В его разработке учтены многие аспекты, включая максимальную интеграцию современной электроники, сенсорных систем и боевого вооружения. Это позволяет истребителю эффективно действовать как в ближнем воздушном бою, так и при выполнении долгосрочных миссий в больших высотах и на дальних дистанциях. Разработка двигателя боевого самолета началась в январе прошлого года совместно с британцами. Истребители должны заменить находящиеся в данный момент на вооружении многоцелевые истребители Mitsubishi F-2. Mitsubishi FX также представляет собой пример внимания к экологическим аспектам. Более эффективные экологически чистые двигатели способствуют снижению выбросов и повышению общей устойчивости в воздухе. Сухой Су-35 – это многоролевой маневренный истребитель пятого поколения, разработанный российской авиационной компанией «Сухой». Истребитель обладает уникальной способностью выполнять крайне сложные маневры, включая виражи с очень большими углами атаки. Это достигается благодаря векторированию тяги двигателей, что позволяет достичь высокой маневренности и эффективности в ближнем воздушном бою. Самолет оснащен передовыми системами управления и навигации, радарами с активной фазированной решеткой, оптическими и инфракрасными датчиками для обнаружения и отслеживания целей. Истребитель может нести широкий спектр боевых нагрузок, включая ракеты воздух-воздух различных классов, управляемые ракеты воздух-земля, бомбы и другое вооружение. Су-35 оснащен двумя мощными двигателями, что обеспечивает высокую скорость, маневренность и возможность оперировать на больших высотах. Saab Gripen E – это многоролевой маневренный истребитель нового поколения, разработанный шведской компанией Saab Group. Этот самолет представляет собой продолжение успешной линейки Gripen и воплощает передовые технологии, эффективность и маневренность, что делает его одним из ведущих истребителей своего класса. Истребитель обладает выдающейся маневренностью, которая обеспечивается за счет передовой аэродинамики, легкой конструкции и передовых систем управления. Он способен выполнять сложные маневры и операции при высоких углах атаки. Самолет оснащен передовыми системами радарной обработки информации и интегрированными системами управления, что обеспечивает высокий уровень ситуационной осведомленности и боевой эффективности. Он оснащен мощными и экономичными двигателями, что обеспечивает высокую скорость и дальность полета. Один из ключевых аспектов Gripen E – это его относительно экономическая эффективность по сравнению с другими истребителями пятого поколения, что делает его привлекательным выбором для различных стран. Истребитель B-52 Stratofortress – это бомбардировщик стратегического назначения, который стал символом американской воздушной мощи и стойкости на протяжении многих десятилетий. Разработанный компанией Boeing, B-52 был впервые введен в эксплуатацию в 1955 году и остается активным элементом американского воздушного флота и в наши дни. Одной из ключевых особенностей истребителя является его впечатляющая дальность полета – до 14 тысяч километров, что позволяет ему выполнять миссии на огромных расстояниях без промежуточной посадки. Эта характеристика делает его эффективным средством для выполнения стратегических задач. Самолет способен нести разнообразное вооружение, включая бомбы, крылатые ракеты и другие виды амуниции. Его гибкость позволяет использовать его как для стратегических ядерных задач, так и для наземных или морских целей. Благодаря постоянным модернизациям и обновлениям, этот бомбардировщик остается актуальным и способным выполнять современные боевые задачи.
B-2A Spirit является стратегическим бомбардировщиком, невидимым на радарах. Стелс-бомбардировщиком. Это один из наиболее известных и технологически передовых военных самолетов в мире. Разработанный компанией Northrop Grumman, B-2A Spirit был введен в эксплуатацию в начале 90-х годов прошлого века. Он олицетворяет передовые аэродинамические и стелс-технологии. Истребитель способен преодолеть расстояние до 11 тысяч километров без дозаправки в воздухе. Он может нести широкий спектр вооружения, включая ядерные и конвенциональные бомбы различных типов. Его гладкая и изогнутая форма, специальное покрытие и другие технологии позволяют ему быть практически невидимым для вражеских радаров, что обеспечивает высокую степень выживаемости в боевых условиях. Истребитель предназначен для выполнения разнообразных миссий, включая стратегическое бомбардирование, атаки на наземные и морские цели, разведку и другие задачи. B-2A Spirit играет важную роль в американских стратегических силах, обеспечивая способность к стратегическому ядерному сдерживанию и глобальным операциям. Американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider в данный момент находится в разработке. Первый полет запланирован на конец 2023 года. Этот бомбардировщик представляет собой следующее поколение воздушных сил, сочетая передовые технологии, стелс-характеристики и многоцелевую функциональность. Пока что доступ к подробной информации о B-21 Raider ограничен. Но есть несколько ключевых аспектов, которые можно выделить. Одним из основных принципов разработки этого истребителя является создание стелс-технологий, которые позволяют ему минимизировать свою радиолокационную видимость. Предполагается, что B-21 будет оснащен передовой авионикой, системами управления и навигации, что обеспечит высокий уровень ситуационной осведомленности и боевой эффективности. Внедрение новейших технологий также позволит снизить затраты на обслуживание и улучшить оперативную готовность. Беспилотный летательный аппарат Predator BMQ-9 Reaper – это многозадачный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. MQ-9 Reaper может выполнять разнообразные задачи, включая разведку, наблюдение, ближний и дальний воздушный бой, атаки на наземные и морские цели, патрулирование и многое другое. Его гибкость и адаптивность делают его важным средством воздушной поддержки и разведки. Беспилотник имеет дальность полета около 1850 км без дозаправки в воздухе. Это позволяет ему проводить длительные миссии и охватывать значительные территории во время полетов. MQ-9 активно использовался во многих конфликтах и операциях, включая войны в Ираке и Афганистане. Его способность долгосрочного наблюдения, боевого вмешательства и собирательства данных делает его ценным инструментом в современной военной стратегии. Существует теория, что американские военные и разведывательные организации используют тайное экспериментальное воздушное судно с передовыми технологиями TR-3B Black Manta. Считается, что это судно оснащено антигравитационными системами или системами создания антигравитационных эффектов, что позволяет ему обеспечивать уникальные маневренные возможности. На радарах заметить этот объект практически невозможно. Одни говорят, что США используют этот летательный аппарат уже сегодня, другие утверждают, что он в активной разработке. Но все это пока что лишь теории, официально не подтвержденные властями. Lockheed Martin C-130J Super Hercules – это современная модификация легендарного транспортного самолета C-130 Hercules, разработанного и производимого американской компанией Lockheed Martin. C-130J является одним из наиболее успешных и универсальных военных транспортных самолетов в мире. Он оснащен передовой авионикой и электроникой, включая стеклянные кабины с многофункциональными дисплеями, интегрированные системы управления и навигации, а также передовые системы связи и связности. Этот самолет может перевозить большой груз до 20 тонн в
включая тяжелое оборудование, военные и гуманитарные грузы, военную технику, а также войска и пассажиров. Он также может выполнять плановые и экстренные эвакуационные медицинские миссии. Си-130J широко используется в военных и гуманитарных операциях по всему миру благодаря своей способности работать на различных типах аэродромов и в разнообразных условиях. X-47B – это беспилотный летательный аппарат с дальним радиусом действия и вертикальным взлетом и посадкой. Разработанный и построенный компанией Northrop Grumman для проведения исследований в области беспилотной авиации. Также был одним из первых БПЛА, который успешно выполнил автономные посадки на авианосце. Этот беспилотник был включен в программу для тестирования искусственного интеллекта и автономности при выполнении морских задач, включая взлет и посадку с авианосцев. Этот БПЛА спроектирован для долгосрочных миссий с большой дальностью полета. Он может выполнять долгие разведывательные и разнообразные миссии на значительных расстояниях – до 4000 километров. X-47B разрабатывался для автономного функционирования, что означает, что он может выполнять миссии без участия пилота в реальном времени. Это позволяет сократить риски и расширить спектр возможных задач. J-20 – это китайский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Chengdu Aerospace Corporation. J-20 обладает стелс-характеристиками, включая гладкую аэродинамическую форму, специальное покрытие и другие технологии, которые помогают уменьшить его радиолокационную видимость. Истребитель оборудован современными двигателями, которые обеспечивают ему хорошую скорость и маневренность. Он также оснащен передовой авионикой, включая многофункциональные дисплеи, системы управления и навигации, а также интегрированные электронные системы. J-20 разработан для выполнения различных миссий, включая воздушное превосходство, атаки на наземные и морские цели, разведку и другие задачи. Его способность к выполнению разнообразных ролей делает его универсальным боевым средством. В настоящее время Китай активно работает над улучшением его технических характеристик и возможностей. F-15 Eagle – это легендарный американский истребитель, разработанный корпорацией McDonnell Douglas, которая в настоящее время входит в состав Boeing и принятый на вооружение военно-воздушными силами США в 1976 году. F-15 является одним из самых успешных и узнаваемых истребителей в истории авиации. Пройдя через различные модификации и улучшения, он по сей день не только остается в строю, но и составляет конкуренцию современным истребителям. Помимо воздушных боев, F-15 может выполнять множество других задач, включая ближние и дальние бомбардировочные миссии, атаки на наземные цели, разведку и многое другое. Он оснащен передовыми радарами и системами сенсоров, что обеспечивает высокий уровень ситуационной осведомленности и возможность обнаружения и отслеживания воздушных и наземных целей. Его двигатели обеспечивают отличную тягу и способность оперировать в широком диапазоне условий. F-16 Fighting Falcon, что переводится как «сокол-истребитель», это многоцелевой истребитель, разработанный американской компанией General Dynamics, которая в настоящее время входит в состав Lockheed Martin и введенный на вооружение в начале 70-х годов прошлого века. F-16 стал одним из наиболее успешных и широко применяемых истребителей в мире, выполняя разнообразные миссии. Его легкий вес до 9 тонн и управляемость делают его превосходным в воздушных маневрах. Он оснащен передовой авионикой и электроникой, включая радары, оптические инфракрасные сенсоры, системы навигации и управления. Это обеспечивает пилоту высокий уровень ситуационной осведомленности. Некоторые модификации F-16 имеют стелс-характеристики, такие как специальное покрытие и форма, которая уменьшает радиолокационную видимость. F-22 Raptor – это американский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Он является одним из самых передовых и мощных истребителей в мире.
F-22 обладает высокой степенью стелс-характеристик, благодаря специальной аэродинамической форме, покрытию и другим инновационным технологиям. Это делает его менее заметным для вражеских радаров и позволяет подойти к целям незамеченным. Его двигатели позволяют развивать высокие скорости – до 2500 км/ч – и оперировать на больших высотах. F-22 может носить широкий спектр вооружения, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», бомбы и другие виды оружия, что позволяет ему эффективно противостоять разнообразным угрозам. «Раптор» продемонстрировал свою эффективность и мощь в различных боевых сценариях и остается ключевым элементом воздушных сил США, способствуя обеспечению национальной безопасности и обороне страны. F-35 является частью широкой программы Joint Strike Fighter и предназначен для замены множества стареющих истребителей различных типов вооруженных сил США и их союзников. Он разработан для выполнения широкого спектра задач, включая воздушное превосходство, атака на наземные и морские цели, разведку и поддержку наземных войск. F-35 обладает стелс-характеристиками, такими как гладкая аэродинамическая форма, специальное покрытие и внутренние оружейные отсеки, что уменьшает радиолокационную видимость. На этих кадрах вы видите, как F-35 переходит на сверхзвуковую скорость, которая превышает 2500 км/ч. Это видео набрало 2 миллиона просмотров.